Последнее время я редко был дома, так что даже отвыкли. Звонит мне друзья, в разъездах, в разгулах, в конце лета симптомы совсем перестали вдруг мучить меня. Я подумал, что осень — это тоже неплохо, и что осенью слякоть, и серп, первый снег, и что холод ветров я буду чувствовать боком, опьяненный сознанием того, что я человек. Этой осенью много дней чьих-то рождений, уж я постараюсь на них побывать, а потом, игнорируя лужи и слякоть, я приду домой поздно и мешком повалюсь на кровать. Утром рано я встану и отправлюсь учиться, из похмелья я буду смеяться на всех. Скоро будет зима, что в весне растворится, а потом будет лето, неизвестно зачем. Я начал за здравие, окончил я плохо, написав наш порядковый номер 600 чьих-то старых столов. Собираю я крохи и не в силах понять, что принес этот год.